Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мификс. Сегодня мы снимаем такую прикольную игрульку, как Shadow Fight. Вторая часть. Так, сейчас мы будем проходить обучение. Ой. Сенсей, прекрасно. Мой зазнавшийся ученик вернулся. Я вижу, ты потерял свое тело. Какое несчастье. С другой стороны, теневая форма дает тебе особую силу. Хуй. Так. Инди-стайл. Сенсей впечатляет, но Груша не может дать сдачи. Посмотрим, как ты покажешь себя в бою с моим учеником. Давайте. Скенджи. Так, у нас будет рукопашка, я так вижу. Не понял. Ой. На, вот, просто ударил жестко. Все. Конечно, он меня покромсал тоже, но в любом случае я выиграл один раунд. Он уже за мной. Просто я его сейчас без остановок херачил. Просто на изи. Сейчас я еще немного поиграю в эту игру. И следующую часть буду ждать от актива вас. Какой актив будет, настолько вас будет больше. Настолько будет больше шанс то, что я сниму следующую часть. Шил. Тень против Шилы — это как-то странно. Шила против тени. Да, этот Шил меня не победит. Я в этом уверен. Это специальные такие боты, которые специально не побеждают, а просто пытаются победить. И все. Я уже первый раунд победил. Еще остался один раунд. Так, мой любимый прием. Подножка такая. Даем ее, а потом просто херачу кулаками. Он мне не дает его ударить. Так. Пытаюсь его херачить очень сильно, чтобы... О, все, я выиграл. Я мог умереть, я мог проиграть этот раунд, в итоге у нас бы было 3 раунда. Рыс, я глава ордена ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы сражаться со мной, но твоя драка с Широй меня немного развлекла. Акт первый. Перерождение. Очень интересно, конечно. Мэй. Привет. Меня зовут Мэй. Я спец по оружию и доспехам. Лучше в этих краях. Могу я поработать для тебя? Конечно. Мэй. Отличный выбор. Теперь твое снаряжение будет в идеальном состоянии, и я помогу тебе с любыми проблемами. И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире. В каждой стадии противники все сильнее, но и приз больше. Ну просто не дал себя ударить.
Хопа, хопа. Да, все. Два раунда за мной. Я выиграл. Ты великолепен. Зарабатывай монеты в турнире и покупай сражения, чтобы победить бойцов в рыси. Сенсай, неплохо. Ты получил новый уровень. Второй. Твои умения возросли. Понятно, что они возросли. Куда теперь вообще дала? Так. Мы играем против Жала. Пока что мы крабусаемся очень сильно. Опа, все, я первый раунд выиграл. Все, первый раунд. Остался еще один, второй. Давай, я его... Просто она так стоит, то что я вот нажимаю, и когда я именно близко вот так подхожу, она начинает меня бить. Типа это не очень-то и хорошо. Видите, вот она прям жестко меня сейчас покрабусала. А я еще не кромсал ее даже. Все. Ну, она на брутале была. На брутале я бы мог умереть. Тебе нравится Shadow Fight 2? Нет. Ну, чтобы, типа, не появлялось больше это, я лучше вот так сделаю. Шутница. Ну, наконец-то файтинг на одинаковых оружиях. Эй! Ах ты, зараза! Я с тобой сейчас... Да как? Да! Чего это еще и она меня ударила? Ема! Еп! Налево! Это просто жопа! А во-первых, на брутале была, и у меня вообще там хп практически не было. Вот видите, а вот это нечестно, как она так быстро меня херачит. Ну, третий раунд еще есть, третий. Ёпту налево, это нечестно. Она мне даже встать не дает. Ну, блядь, конечно. Мэй, ох, похоже, тебя сильно побили. Твое сражение бесполезно в этом турнире. Пора купить какой-нибудь доспех в магазине. В магазин заходим. Так. Покупаем. Ты похож на лоха. А, на шлем мне не хватает. О, теперь легко. Сейчас я вынесу эту шутницу. И расхерачу ее своими мечами. Опа! Опа!
Ну, это у нас терп... проигрывает. Хопа, хоп. И вот. Кто это у нас теперь проигрывает? Хоп, 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 хоп. И я победил 2 раунда подряд. Я просто думаю, мне покупать либо шлем, либо же эти штуки. Ладно, куплю шлем пока что. Я играю против железного. Кто кого? А он меня? Чего? Я его даже ничего сделать не могу. Ладно. Уже могу. Хоп, а это я даже идти. Просто, о. Вывез, просто вывез. Ах ты. Так, шмам очень много. А хер тебе, понял? Чертик ты. Он мне даже хп не сносит. Практически. Просто эта чушка. Видите, она мне встать не дает даже. А, она на агрессиве. Смотрите, я сейчас выиграю на агрессиве. Хоп, и все. Это просто жесткий момент, когда соперник был на агрессиве, а я был на харде всего лишь. В дуэль можно войти раз в 4 часа. В дуэлях тебе придется использовать выдаваемое на время боя снаряжение вместо своего. О, не хочу я туда идти. Ладно, сыграю 1 раунд. И на этом, пожалуй, закончу это видео, а то оно уже идет 13 минут. Больше обычного, конечно. Ну ладно. О, здесь вообще... О, у меня вообще тут топовое снаряжение. Здесь он мощнее, чем у меня в несколько раз. Так, он был не брутальный, я его опять-таки выиграл. Вот когда я выиграл чела на агрессиве, соперник, это бот получается. Что это не настоящий игрок. То я офигел, потому что он дошел до агрессива, еще плюсом он выносил меньше, чем я. Но он все равно снимал меньше хп, чем я даже. Так, так. Ладно, еще 3-й раунд есть. Просто я вообще не понимаю,
Как-то нечестно играет. Он резко просто переплывает. Так что он наносит удары быстрее, чем я почему-то. Но это специально таких ботов сделали, чтобы они побеждали всех просто. Я, конечно, все понимаю, но ёба, когда они мне даже встать не дают, ну все, тут логически подумать, то это да. Это в жопу. На агрессиве выиграли. Но это вообще не интересно, типа. Сенсет, для боя нужна энергия. Она восстанавливается со временем. Но ты можешь восстановить энергию за кристаллы. Вот возьми эти 5. Взять. Используй кристаллы, которые дал тебе сенсет, чтобы восстановить энергию. Все, на этом моменте я буду заканчивать этот ролик. Всем до свидания, всем пока. С вами был я, Мификс. Всем удачи и всем пока.